Меня зовут Шинитя Сукаданда Махарадж. В этом видео я хочу пригласить тебя и стать частью этой необыкновенной жизни. Я тот, кто взял саньясу. Саньяса — это возвращение к своему оригинальному изначальному пространству с целью манифестации садашиватвы. Садашиватва — это единственная цель для человека. Достижение состояния садашивы, пространства садашивы и сил садашивы. Садашива — это суперсознание, которое находится везде. От маленького одноклеточного организма до огромных космических масштабов. Вся жизнь проходит в этом суперсознании. И мы являемся едины с этим суперсознанием. И сейчас наступило время, когда человечеству стоит об этом узнать и воссоединиться обратно. Раньше мы жили уже как одна ведическая цивилизация на этой планете. Сейчас мой гуру, Парамхамса Нитьянанда, возрождает эти корни с наступлением Сатья-юги. Это временной промежуток, когда сознание человека выходит на новый уровень. Была до этого Кали-юга, где было много войн, мы наблюдали сознание. Сейчас находится в полном провале, на самом деле, наблюдая за тем, какими вещами мы наслаждаемся. Алкоголем, наркотиками, сексом и так далее, так далее, так далее. Вещами, которые идут из жажды и жадности. Которые не могут нести удовлетворения постоянного. Fear, greed, lust. Страх, жадность и жажда. Это движет сейчас всем миром подсознательно. Мой гуру Парамхамса Нитьянанда возрождает традиции ведические, возрождает знания, утерянные за эти миллионы лет. Впервые эти знания были даны человеку, которые упали на уши Ади-шакти. Это космическая мама, космическая материнская энергия, точнее сказать, от Садашивы, и дальше распространились по этому миру. Это произошло 43 миллиарда лет назад. Так вот сейчас Свамиджи возрождает эти традиции, и у тебя есть возможность стать частью этого. Он тебя приглашает через меня сейчас, протягивает руку, чтобы избавить тебя от тех страданий, через которые ты проходишь. Аватары появляются на этой планете, когда мы уже достаточно настрадались. Наши души притягивают эту энергию, и аватар спускается. Он является к нам, чтобы пробудить наше сознание, избавить нас от страданий и вывести нас на новый уровень. Если у тебя есть какие-то вопросы по образу жизни, который мы тут ведем, по вопросы по ведам, по вопросы по агамам, вопросы по силам, да, если у тебя есть желание увидеть, как силы действуют, испытать их на себе, то обязательно спрашивай меня, напиши мне на e-mail, либо ВКонтакт, либо на Фейсбуке, оставлю координаты. Любые вопросы, которые у тебя есть, я на них отвечу. Спасибо. Нитьянанда.